может, пойдем закрутим штраф. Ну, закрой это и все. Одна нахуй! Вот пиздюк. Стой. Вообще... Там не расстраивайся, не повезло, это повезет в чем-нибудь другом. Продолжаем, что у нас еще осталось несколько минуток до конца часа. Чем добьем? Пускай это будет шейки, бумбастика, а потом откроем новый час. Добра! Нихуя себе, тебе так называется. Чем, рулетка или не? Смотри, что у них там пришло. Ой, мать. Что? Смотри, он пистолет, бля, пиздец. Да вам пистолет, у него же какой-нибудь травматик. Ну он дебил, он, представляешь, вот. А что он сделал, блядь? Если так встретиться с чуваком. Слушай, он просто здоровый. Он по нему вообще видит, больной, что он, блядь, больной. На всю голову. Реально. В Москву. Спасибо деду за победу, блядь. Еще написано. Спасибо уроду. Он таксист, походу, да, Антон? А, продолжение банкета? Угу. Продолжение банкета? По-моему, да, сейчас что-то подойдет к нему. Точнее. О. А это мы видим просто, ну, мне нужны, да, заняться нечем. О, все, я сижу. Смотри, у нее пистолет у бабы. Они еще вообще шли оба с ума сошли? Еще вместе, что ли? Да, уже пошли, мы уже едим, оставили. Потише, он не поехал, чё? Ой, там две машины, Коль! Коля, ты охерел, Коля, всё, задел, тормози. Ну ты куда поехал? Тормози! Ты его задел, ты видишь, блядь, он едет, ты куда едешь? Тормози! Он выезжает. Ты выезжаешь, ты куда? Мам, потому что он не должен был выезжать. Ну, вот именно, кто-то и это едет, ты видишь, он выезжает. Так надо его было просто...